Администрацию Тюмени хотят обязать оперативнее отвечать на депутатские запросы. Предложение озвучили народные избранники. В итоге они смогут быстрее решать проблемы, с которыми к ним обращаются избиратели. Новшество хотят закрепить в уставе города. Сейчас срок рассмотрения депутатских запросов органами местного самоуправления 30 дней. Если поправку примут, то ответ будет поступать в течение 2 недель. Этим самым мы улучшим взаимоотношения между жителями и властью, то есть сократим срок. Вот этих 30 дней мы сокращаем до 14. Я хочу особо отметить, что это предложение было поддержано главой города, и это говорит о том, что наше взаимодействие является конструктивным. По этому вопросу уже прошли публичные слушания. Проект об изменениях в устав Тюмени будет представлен на заседании городской думы.